Чтобы утолить жажду скорости, они готовы рискнуть всем. Жуткое ДТП на Логойском тракте в Минске. Почему-то же такие случаи ничему не учат. Скорость его была свыше 170 км в час. Если произошла авария, значит, байкер лихачил. Как потерять дорогу между водителями и байкерами? Мы не можем только одними запретами действовать. Зачем ты не уважаешь правила дорожного движения? Начинается дележ. Мы, вы, мотоциклисты, автомобилисты. И почему в самой мотосреде нет единства? Он пьяный, возле кафе «Батискаф» жег резину на своем «Харлее». Обвинять весь клуб никто не обвинит. Все просто свалят собаки на меня. ГАИ, мотоциклисты и водители в одной студии. Как остановить череду трагедий на наших дорогах? Форум в понедельник в 8 вечера.